болельщики команды Ростов-Дон собрались, поиграли в гандбол. Они детей своих приведут в гандбол, то есть мальчиков и девочек. И это на самом деле очень важно, как для гандбольного клуба Ростов-Дон, как для гандбольного клуба ДГТУ «Лидер», ну так и для страны в целом. Я считаю, что для первого раза все было, выглядело очень достойно, огромное количество людей пришло. Теперь главное, куда качнется стрелка, то ли их станет больше, то ли их станет меньше. Но мы надеемся, конечно, на позитив, что их станет больше. Отыграли просто как в удовольствие, получили удовольствие. Ну, для болельщиков, да, это очень хороший турнир, в плане того, что будут они лучше понимать игру и будут уже вникать, когда будут смотреть на наших девочек.